Нападающий «Спартака» Квинси Промес оформил самый быстрый хэт-трик в истории РФПЛ. К 27-й минуте матча с Анжи красно-белые уже вели со счетом 3-0. Принцип Туры Олег Шатов добился разрешения сыграть против «Зенита» и помог Краснодару одержать победу. Фото Елена Разина, чемпионат. Андрей Панюков пытается помешать Андреасу Гранквисту завладеть мячом. Поддержка Тура. Джемал Табидзе спасает Артема Дзюбу от жесткого приземления. Джефферсон Фарфан не хочет отпускать Евгения Макеева. Фото Алина Сахарова, чемпионат. Лидерство Тура. Локомотив исправился после неудачной игры с Амкаром и обыграл Ростов, благодаря голу Джефферсона Фарфана. Перед матчем с Ростовом на территории стадиона РЖД-Арена отмечали День космонавтики, главным экспонатом стал шар, которым можно было сфотографироваться с Фарфаном, парящим в космосе. Фото Алина Сахарова, чемпионат. Ярость Тура. Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин был явно недоволен работой бокового судьи. Фото Алина Сахарова, чемпионат. Дружба Тура. Голкипер Ростова Илья Абаев сохранил дружеские отношения с бывшими одноклубниками. Фото Алина Сахарова, чемпионат. Цифры Тура. Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич провел 800 матчей за армейцев. Фото pfc.sk.com. Кроме того, Владислав Игнатьев сыграл сотый матч за «Локомотив». Фото Алина Сахарова, чемпионат. Осечка Тура. ЦСКА уступил «Динамо» в дерби и сократил свои шансы на чемпионство. Болельщики ЦСКА и «Динамо» настолько поддерживают друг друга, что решили устроить общий перформанс. Фото Александр Сафонов, чемпионат. Фото Дмитрий Голубович, чемпионат. Эмоции Тура. Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов не скрывал радости после одной из важнейших побед в тренерской карьере. Фото Дмитрий Голубович, чемпионат. Встреча Тура. Нападающий «Динамо» Кирилл Панченков впервые сыграл против бывшей команды. Фото Дмитрий Голубович, чемпионат. Конфликт Тура. Нападающий ЦСКА Ахмед Муса отказался пожать руку тренеру команды Виктору Гончаренко. Фото Дмитрий Голубович, чемпионат. Нельзя так просто взять и не дать очередную желтую карточку полузащитнику ЦСКА Понтасу Вернблуму. Фото Александр Сафонов, чемпионат. Фото Александр Сафонов, чемпионат. Талисман Тура. Талисман СКА Хабаровск нашел своих армейских коллег. Фото ска.ру. Болельщик Тура с любимой командой, несмотря ни на что. Фото Арсенал Дикистула.ру. Дети Тура. Фото Дмитрий Голубович, чемпионат. Фото Елена Разина, чемпионат. Фото Елена Разина, чемпионат. Фото Алина Сахарова, чемпионат.